Из 20 виолончелистов лишь половина смогла пройти во второй тур межрегионального открытого конкурса юных виолончелистов и скрипачей имени Вильгельма Шпета. В органном зале Омской филармонии прошли первые прослушивания. Молодым музыкантам нужно было исполнить 3 композиции. Большинство отдавали предпочтение европейским авторам. Виолончелисты выступили все в направлении скрипка, конкурсанты лишь 3 возрастных групп. Результаты их прослушивания будут известны в субботу. Юная скрипачка из Томска Кристина Евсюкова представила на суд взыскательного жюри этюд «Фиорилла». Ей 12 лет, побеждает практически на каждом конкурсе, в котором участвует. Ее педагог признался, что никогда не видел музыканта, способного заниматься так усердно и самоотверженно. О девочке из Томска рассказывают ее учителя, родители и она сама. Вот это вот филармония, концертный зал. Мы постоянно играем здесь детские сказки, полный зал, ажиотаж. Здесь есть еще один органный, в котором мы с тобой будем играть. Ну а теперь нужно собраться и сыграть так, чтобы все у нас получилось. Александр Александрович, я постараюсь сыграть так хорошо тарантеллу, чтобы меня тоже печатали на плакатах. Когда я была маленькая, я посмотрела телевизор и увидела, как в оркестре играли скрипки. И мне стало интересно. Я попросила бабушку, чтобы она меня привела в музыкальную школу. Был момент, когда она еще поменьше была, не получалось что-то и даже хотела бросить. Мы продержались. Сначала мы учились ноты писать и скрипичный ключ. Потом играли без смычка, пицциката, а потом уже начали играть со смычком. И за эти 2 года она показала высокий результат. То есть в этом году это будет уже 6-й конкурс. То есть она за год уже прошла 5 конкурсов, и во всех она стала лауреатами. Последний был позавчера. Мы даже не остались, не смогли остаться ни на гала-концерт, ни на вручение. Сразу мы собрались и поехали на поезд. Сцена, она такая. Даже если ученик бывает хорошо готов, на фоне волнения, переживания, они много теряют. Ну, вот в данном случае Кристина сегодня, ну... Третья пьеска у нас немножко не получилась, из-за чего мы расстроились. Каждый ученик должен пройти и через неудачи, и через потери. Иногда некоторых учеников это подстегивает, стимулирует еще больше заниматься, еще больше придает им желание. В следующий раз я сделаю лучше, я обязательно выиграю. Я хочу после школы поступить куда-нибудь в училище или в консерваторию.